Друзья, раз, два, три, четыре, пять, еще одна тележка сзади меня, 6 тележек по 120 орхидей, 720 фаленопсисов, друзья, на ваших глазах, это просто будет сегодня роскошный обзор, я уверен, что среди этих красоток я вам покажу, ну, самое, наверное, интересное, и вот сразу мне в глаза падает вот эта вот орхидея, не могу понять, что-то такое знакомое, чем-то похоже. А вот Ашан Волгоград, друзья, новый завоз роскошных новых орхидей, огромное количество красоты. Сегодня, наверное, будет самый красочный многочисленный обзор. Вот эта вот орхидея очень похожа на Сан-Франциско, но не Сан-Франциско. Вот это, друзья, корни. Посмотрите, какие роскошные, толстые, толщиной с карандаш. Обалденные корни. Я начал снимать, друзья, еще только-только эти тележки со склада привезли. И цену еще пока не сказали. Сказали, пока буду снимать. Местная сотрудница, орхидейная фея, здесь, которая работает в Ашане, сад-огород отдел, скажет цену. Посмотрите, вот рядом справа вот такой вот цветочек, чем-то похож на нарбоны. Но это, друзья, не нарбоны. Это есть похожие орхидеи на нарбоны, но немножечко светлее. По-другому называется, честное слово, вылетело из головы. Ну, вспомню, скажу, ну, если, конечно, вспомню. Ух, какой, друзья, желтый красавчик. Вау. Сейчас я его выковырю, друзья, достану и покажу. Посмотрите, какой он сочный. О, у меня прям уже слюнь. Так, рядышком тарина стоит справа, желтый, а крупноцветковой. А это, друзья, это. Ой, друзья, что-то такое вот необычный окрас вот на таком фисташково-желтом фоне. Вот такие вот свекольные, как будто краской на мокрую бумагу капнули. Вот такие вот разводы свекольные, пятнышки, пятна, капельки, расплывшиеся капельки. Знаете, чем-то похоже, вот если бы не желтый цвет, чем-то был похоже на орхидею полка дотс. Посмотрите, как вот эти две орхидеи, одна с белым фоном, другая с желтым фоном, гармонируют. Друзья, вот эти две орхидеи прям созданы друг для друга. Обалдеть, друзья. Ну, корни у всех здесь просто роскошь. Просто роскошь. Посмотрите, какие прям, я не знаю, они как у сингала. Знаете, видели орхидеи сингала? Вот у них такие, знаете, толстые корни и удивительные с палец толщиной лезут. Так у этих фаленопсисов. Сегодня, да, сегодня роскошь. Сегодня, наверное, это первый такой многочисленный, сочный, роскошный завоз орхидей к нам. Я вам сейчас все покажу. Вот эта орхидея на Вашингтон. Похоже, интересный такой окрас. Рядом с тарина. И вот сейчас вам и тарина покажу. Посмотрите, у него сантиметров, наверное, 10. Ну, 11, может быть, в диаметре. Рядом равелла. Они с равеллой, видите, отличаются. Слева равелочка вот там. Она более яркая. Более там в ней добавлен оранжевый цвет. И вот отличие тарина и равелла. Чтобы... Друзья, здесь еще круче корни. Посмотрите, какая красота. Ну, толщиной с мизинец реально, но он достоин и корни, и сам цветок просто обалденный. Сейчас в серость заканчивающейся зимы вот таких сочных желтых оранжевых красок просто не хватает. Сейчас я вам еще выдерну отсюда с этих полок красоту. Так, вот такая вот пестрая орхидея. Ой, вижу орхидеи, то ли кимоно, то ли тайда салум орхидея. Очень похожи друг на друга, отличаются только прозрачностью рюшечек. Так, вот это что за красотка? Так, сейчас я вам ее покажу. О, это, наверное, друзья, Монтрю. Орхидея Монтрю. Ну, сказать точно не могу, по крайней мере, похоже, такая, знаете, темно-свекольного окраса, атласный такой, атлас, да, фактуры лепестков.
И вот пока не раскрывшийся, сказать точно на 100%, конечно, не могу. Так, где его взял, вот сюда взял. Мы еще пойдем с другой стороны, друзья, посмотрим. Тут очень много роскошных орхидей. Есть, конечно, сорта орхидей, которых прям буквально там, ну, несколько штук. Поэтому я обязательно, друзья, здесь что-то себе прихвачу из этих орхидей. Так, вот, друзья, это нарбоны, прям классический окрас во всей своей красе. Посмотрите, какая фактура, какой пастельный, такой пастельные цвета. И вот здесь вот рядышком, видите, посмотрите, чуть темнее нарбоночка. Нарбоны бывают чуть светлее, чуть темнее, но еще прям совсем светлое, это совсем другой цветок. Я вот никак не могу вспомнить, но вот этот вот окрас, это нарбоны. Поставлю, нарбон у нас есть, я его как-то показывал в обзоре, сравнивал вам с Golden Apple Coral окрасом, некоторые путают эти орхидеи. Так, сейчас еще мне здесь где-то виделась орхидея Joy Reid, похожая чем-то на приторию или жемчужины императора, я обязательно вам покажу, одна из трех. Ну посмотрите, вот желтая, это, по-моему, Caribbean Dream, друзья, Caribbean Dream, обалденная орхидея, чем-то похожая на Golden Beauty, но не Golden Beauty. Так, ну вот, посмотрите. Ну нет, это, друзья, не Нантос однозначно и не Орхион. Это какая-то новая орхидея с таким окрасом. Там я еще на другой полочке видел. Я обязательно тоже покажу, мы подробно ее рассмотрим. Я тороплюсь, на самом деле, хочу показать всю красоту, пока покупатели не набежали и не повыхватывали отсюда. Так, вот, друзья, орхидея Голдион. Орхидея Голдион, очень интересная орхидея, нежно такая желтая, и с орхидеей Caribbean Dream очень будут смотреться. Посмотрите, какая красота. Хотя, может быть, это даже не Голдион, это скорее Limelight, слишком светлая она. Да, это все-таки Limelight, прошу прощения. Голдион, он немножко насыщенный, желтый, один в один, как и Limelight, но только насыщенный цвет у него, и серединка более темная, более темно-малиновая. Вот, друзья, посмотрите, Joy Reid. А это у нас похоже на орхидею, знаете какую, на Чингду. На Чингду, но может быть и Биамонт. Но, знаете, Чингду и Биамонт, у меня иногда кажется, что это одна и та же орхидея, хотя у них есть такие, знаете, еле уловимые отличия. И мне все никак не попадутся две орхидеи эти одновременно, чтобы вам показать в сравнении. Одна и та же это орхидея, либо это разные орхидеи. Так, опять у нас здесь Caribbean Dream, вот такая вот красотка, и с орхидеей нарбоночкой. Посмотрите, какая красота. Вот, просто обалденный, обалденный. А вот эта вот красотка высветленная, вот про нее я вам и не могу сказать, что это за... Но это точно не нарбоны. Она вот отличается абсолютно, даже вот с высветленными краешками серединки лепестков. Корни тоже, смотрите, какие жирнючие просто. Орхидеи все сочные, перекормленные прям реально. Посмотрите, основание орхидеи тоже прям вот, я не знаю, запястья. Вот они, друзья, наши работники отдела сад-огород, цветочный барон и его орхидейная фея, которые здесь работают. Вот, смотрите, какую красоту они привезли. И сейчас выставляют там на новое оборудование, куплены итальянские столы роскошные для цветов. Я посмотрю. Вот он, друзья, вот это вот уже орхидея Притория. А в первом варианте я показал темную, это Joy Reid. Они почти похожи, только Притория посветлее, а Joy Reid потемнее. Вот еще одна нарбоночка. У меня глаза, друзья, разбегаются, хочется все. Но я уже решил, что я для себя прихвачу. И, друзья, я уже выбрал. Вот, смотрите, вот эта вот новинка. Это не Нантес и не, не знаю, я в первый раз в живьем вижу такую орхидею, еще не видел такого окраса. Орхидея прям, ох, ну опять там желтая прям манит меня, прям манит. Желтые орхидеи меня, друзья, манят.
Не знаю, сейчас прям такое настроение у меня, как говорится, цвет настроения желтый. Хочется выбрать желтые орхидеи. Я уже выбрал один бриллиант, это я покажу ее, эту орхидею при распаковке в следующем видео, уже отобрал. И вот сейчас себе смотрю и выбираю еще какие-то орхидеи. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, это у нас Sunshower или Феррарочка. Они очень похожи, две орхидеи, друзья. Еще, конечно, Волтера. Тоже похожие все желтые орхидеечки, они друг на друга похожи. Надо смотреть на серединку этих орхидей. Феррара и Волтера тоже прям практически одинаковые орхидеи, за единственным исключением, что у Феррары рюшечками краешки. Мне вот сейчас Феррарочку одну достану, вам покажу Феррару. Посмотрите, друзья, я сейчас прям вообще не знаю. Посмотрите, какая красота. Это орхидея просто классика, друзья. Это классика, обалденческая орхидея. Прямо сейчас, в конце зимы, да господи, она роскошная. Посмотрите, какая красота, сочнейшие корни. Да они все здесь просто обалденные. Я вот стою и, вот знаете, прям схватил бы сейчас тележку и укатил бы, и уже дома бы спокойно сидел бы и все разбирал. По 120 орхидей на каждой такой тележечке. Просто загляденье. Просто я поставлю, наверное, эту к себе в корзиночку. И это точно все. Одну из нескольких орхидей вы точно знаете, какую я купил. Это Феррару. С такими корнями я просто не могу не взять такую орхидею. Так, что у нас здесь? Вот такая орхидея, да? Смотрите, какая она. Атлас. Ну, вот это мантрю точно. Так, что у нас еще здесь имеется? Ох, я хочу вот ничего не пропустить, прям всю самую сочную красоту вам показать. Так, рядышком вот здесь у нас это Вашингтоны. Вашингтоны сверху показываю на вытянутую руку. Сам особо ничего не вижу, но просто показываю вам, что там имеется. Ну вот там точно был Нантес. Пойдемте еще обойдем другие тележки, посмотрим, что тут у нас. Ой, ой, вот так прям вот в середине бывает. Вот они, друзья. Вот это вот, это, друзья, точно Тайда Салум. Орхидея Тайда Салум, потому что орхидея кимоно, у нее более сильнее просвечиваются рюшечки, а вот у этих вот орхидей более плотный рисунок. Я уже в одном из видео рассказывал, что да вообще мне Тайда Салум и кимоно, они практически одинаковые, да, но они похожи на такую, знаете, сплетенную крючками салфеточки под вазочки. Вот они чем-то мне напоминают, связаны не с белой нитки, да, с рюшечками, а вот из такой вот темно-бордовой, что ли, ниточек, веревочек из темно-бордовых. Красивая орхидея у нас есть такая, друзья, пилорик в виде нераскрывшегося бутона тюльпана. Года два назад точно так же купил в магазине. И вот каждый раз он нас радует разным цветением пилоризма. Ой, вот завял. Завял цветочек. Это бракованный экземпляр. А он желтый какой, да, с обратной стороны. Прям лимонный. Так, это у нас пульсация была. В пятнышку, в крапушку. Желтая пульсация. Сейчас еще достану орхидею. Посмотрим. Так, ну это вот тоже Нарбоны, так падает свет на нее. Можно подумать, что это совсем другая. И вот та вот орхидея меня смущает. Вот это вот, видите, не могу понять. Смотрите, как они классно смотрятся с Нарбоны, с пульсацией орхидеи. Так, ладно, давайте еще посмотрим на красоту. Цену нам, пойдем цену узнаем. Цену-то что нам не говорят. Обещали подойти, сказать цену всей этой красоты. И что-то не видать цены, пока занимаются расстановкой. Но вот этот желтый меня просто прям манит. Манит, друзья, желтый в крапушку меня манит. Говорит, возьми меня. Но я вот еще присматриваю вот эту. Но все зависит от цены.
друзья, от цены, сколько стоит вот на эту орхидею. Кто знает ее, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да вообще напишите в комментариях, есть ли у вас такие орхидеи или нету. Такая красота, посмотрите, обалденная, обалденная. Но сегодня, друзья, у меня почему-то цвет настроения желтый тянет. Меня вот сверху на вытянутую руку вам показываю. Сам не вижу, что там я вам снимаю, потому что двухметровой высоты этот, эта тележка, и что там сверху я не вижу, что я вам показываю. Вот. Так, ну вот эта орхидея, конечно, интересная. И опять Торино и Нарбоне. В принципе, где-то примерно около 10, ну, наверное, 15. Вот она, Претория была. 10-15 сортов здесь сейчас орхидей. Вот порядка 700 штук экземпляров. И вот считайте, сколько. Это Волгоград Ашан, Ашан Акварель, торговый центр Акварель в Волгограде и Ашан с отделом сад-огород. Вот такая вот, друзья, красота. Так, по цене. Так, друзья, смотрите, сходил, узнал цену, все. И пока шел, мне в глаза попалась вот такая с двумя цветоносами Феррара. Посмотрите, какая обалдюче роскошная орхидея. С корнями, конечно, поменьше, чем у меня, чем я поставил в тележку. Но вот эту вот, друзья, орхидею, а они стоят, я узнал, 890 там с копейками рублей. Ну, в общем-то, грубо говоря, 900 рублей. Я оставлю, поставлю здесь на стол. Видите, новые столы, и кому-то она достанется. В общем, друзья, всем хорошего настроения. Пошел я, довыберу еще орхидеи, и в следующем обзоре покажу, что купила я.